Всем добрый день! Сегодня я хочу поделиться с вами своими впечатлениями от использования смазывающей охлаждающей жидкости компании Matrix Lubricants, которую мне прислали 5 месяцев назад. И на тот момент, разумеется, я не мог выразить своего точного мнения по поводу этого средства, потому что, использовал один раз, два раза и все. А для нормального впечатления и обзора, конечно же, этого недостаточно. Поэтому вот спустя столько времени я как раз и хочу поделиться своим впечатлением, которое осталось от именно вот этого средства. То есть вот таким вот образом выглядит бутылка. Ссылку на обзор я дам в описании. Также ссылку на сайт производителя будет в описании. Можете зайти посмотреть. То есть емкость этой бутылки, так, сейчас 500 миллилитров, и за 5 месяцев, наверное, вот осталось вот так вот. Постоянно режу резьбу, даже иногда при сверлении использую. И она, кстати, предназначена для нарезания резьбы, для сверления отверстий. Но сверление отверстий — это шиковать, а мелкие отверстия, то есть, в принципе, вполне себе нормально. И как раз вот сегодня я занимаюсь той самой работой, которой и использую это средство. Я режу шпильки М16, шаг полтора, но это стяжки, правая-левая резьба. Выравниваю биение, чтобы молотком не подстукивать. Банка очень удобная и сделана тоже здорово. Дозировка, то есть не надо никакие кисточки. Нанес на поверхность, она не стекает, держится на поверхности, так, левый оборот. Держится на поверхности и, в принципе, никуда не капает. Скоро она закончится, и мне придется опять вернуться к традиционным средствам, которые использую. Ну, как правило, это сал я уже давно не использую. Обычно использую масло. Машинное масло, которое у нас остается после обкатки двигателей. И вот с этим СОЖ, в принципе, вот прямо вот такого критического повреждения резьбы в виде рваного профиля я не замечал. Сейчас рассмотрим эту резьбу вблизи. Само собой, тут зависит не только от СОЖ, а от инструмента, наверное, в первую очередь. Но СОЖ тоже играет не последнюю роль. Поэтому меня это средство за вот эти вот 5 месяцев вполне себе устроило. Так, давайте сейчас посмотрим. Как я уже и говорил, конечно же, в большей степени зависит от инструмента, но в этот раз и плашка нормальная, и СОЖ, в принципе, тоже показала себя с нормальной стороны. Жалко, что она непрозрачная, то есть нет возможности
увидеть, сколько осталось жидкости. Обороты я использую 55. И пахнет приятно. Я одно время пробовал резать резьбу с использованием анилинки, но какая она вонючая, это просто кошмар какой-то, поэтому я от нее отказался. Сало очень приятно. Вызывает такие приятные ассоциации. Я про сало. Да, профиль чистый. Но я вот сколько уже нарезал, поэтому могу уже с определенной точностью сказать, что работает. Работает, выполняет свою функцию без каких-либо претензий. Может быть, кто-то пользовался подобными СОЖ от этого производителя, поэтому будет интересно узнать ваше мнение. И может быть, у вас какие-то иные впечатления сложились или иные условия при использовании подобного средства. Поэтому пишите об этом в комментариях. Будет очень интересно. Все, всем спасибо. Всем, как всегда, удачи.